Охуенно, спасибо. Смотри, сегодня небольшой такой как бы сюрприз. Будет программа из двух небольших отделений, вернее, одно побольше, другое поменьше. Начнем как бы с песен 97-98 годов. Вот. И там, как бы, кто помнит всякую олдскульную, хардкоровую фигню, вот как бы мы ее напомним. И как бы рады видеть нашего первого басиста, который стал настолько группой, да, нашего Бена. Красивый стал за то время. Человек не держал бас 8 лет, как бы, до этого мероприятия. И опять же, спасибо группе Profile Will за то, что поставляет барабанщиков нам. Спасибо Юле. Собственно, первая песня, как бы, ну, перкали по традиции, которая есть на каждом релизе, как